Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего канала. Продолжаем дальше работать с автомобилями века от фирмы Италери. И сегодня мы будем наносить смывку. Смывка наносится для того, чтобы выделить все углубления на модели, выделить ручки, петли, чтобы не была модель однообразной, чтобы не сливалось это все, а более красиво было выделено. Смывку буду делать АК Интерактив для техники НАТО. Хорошо взмешиваем и начнем наносить ее на модель. Эта модель покрыта у нас глянцевым лаком Футурой. В принципе, задувал хорошо. Должна без проблем потолще наношу, потому что толстые полоски, чтобы хорошо было видно. Ну, вы знаете, все-таки натомиевский лак мне больше нравится наносить смывку. Как-то она лучше текет, чуть туш. Ну там и чем на Футуру. Жалко, у нас сейчас в интернет-магазинах в продаже нету томиевского лака для целого.
Закончил делать смывку. Теперь пусть просыхает около суток. Излишки уберем ватными палочками. И в принципе можно будет уже приступать к лакировке. Сначала небольшим слоем футуры глянцевой задую, потом полуматовым, нанесу масляные точки, сделаю матовым и, может быть, его сделаю немножко таким пыльноватым, грязноватым. Но пока еще не придумал, как это сделать лучше. Будем делать уже по ходу. Спасибо, друзья, за просмотр. Смотрите следующие части. Всех благ вам и вашим близким.